Ну что ж, опять новый билд. В этот раз это Pathfinder с Poisonous Concoction. Это, наверное, не знаю, самое сильное, что я играл в этой лиге, это точно. Я даже не могу вспомнить, что было сильнее из всего, что я играл. То есть тут ноль твинка шмота какого-то уникового, да? Ну, это не мой первый персонаж, то есть шестилинк у меня, например, уже был. Я его на картах выбивал прошлым персом, ну, которым я рипнулся уже благополучно. Вот, но в целом тут нет уников каких-то обязательных и так далее. Скиллится очень интересно, скилл от банки. То есть чем больше у тебя amount recovery на банке, тем это как бы добавляется к урону. Это очень мощный скилл. И сюда еще надо прибавить урон от плагу Убирера. Это тоже считает АРФ с уроном от хаоса, которому даже камни поддержки не нужны. Ну, для него как бы не существует камни поддержки. Вот, сейчас посмотрим. То есть буквально я... Скилл одевается с 12 уровня. Я его одел и уже сразу убивал мобов на 12 уровне. А теперь шестилинком я даже молчу, я просто покажу сейчас. Две лабы я прошел. Фласки бесконечные, по сути. Вот, пожалуйста, то есть все мобы отлетают. Пока что я бегаю с Геральдом Агонии, но это пока. Потом у меня его не будет на картах. Вот уник. Вот это уник моб. Пожалуйста, за секунду отлетел, за две. Тоже плагу Бирер, это очень хорошая вещь, плюс урон. Детонейт Майнс, ой, в смысле, Смок Майн надо будет сменить на какой-нибудь другой скилл. Пока у меня Determination, Defiance, Banner и Herald of Agony. Потом у меня еще Грейс будет на урон. То есть очень быстрая прокачка. Вот, пожалуйста, я бегу, мобы умирают от плагу Бирера. То есть это, считай, РФ, только с уроном от хаоса. Урон гигантский. 94 ляма экспы в час, то есть это очень много. У меня 62 левел, я на сюжетке в 9 акте. 94 миллиона экспы, это то есть очень много. Пока что в лабе я вот взял, это на фласке, чтобы они бесконечными были, но это в первой же лабе я взял. Во второй я взял урон и АОЕ тут. Ну и в третьей возьму вот это. Ну про четвертую, в четвертой я возьму, получается, вот это. Ну, четвертая это хер с ней, оно того и не стоит, наверное. Я не знаю, даже пойду я в четвертую лабу или нет. Но если пойду, то вот это. Тут мост спит, а так спит. Прокачку я с Пуэй Ниндзи взял у Чьела. То есть тут очень много супресс дэмэджа. Очень много нодов на супресс. Ну и сейчас я пойду вот эти нодики возьму тут на макс резы. Пиздец, у меня там резов будет. И потом вот эту хпшку. Урон я даже уже не беру, в принципе, урона хватает. Ноды на точность взял, потому что это все-таки атака. Атака, а уехал снаряды. А, кстати, можно поинт вкачать. Поначалу проблема со статами, но опять же, если вот какие-нибудь там уники есть дешевые. Пожалуйста, вот праксис, чтоб мана не заканчивалась. Tier of Purity, но это я так одел, чисто там резы подогнать, то есть все равно скоро сейчас на карты выходить буду переодеваться. Щит вот такой у меня, cold res там 80% с ним. То есть все отлетает. Пока что мне помогает Геральт Агонии, но опять же его сильно фиксили. То есть сейчас Геральт Агонии уже не тот, что когда-то был. Вот, ну так, в принципе, помогает. Ну и яд накладывать помогает, опять же.
все отлетает, просто все мобы отлетают. Ну что ж, как-то так.